Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, ну что, забираем здесь 50 капсул. Да, не очень, конечно, награда. Это закрываем. Так, ребят, сегодня должны быть новые события. Вот. Так, ага, грядет Эра X. Получите потрясающие награды. Давай посмотрим. Блин, циклоп. Это пойдет. Капитан Америка прокачан у меня. Этот не прокачан. Так, нормально. Угу. Потрясающей наградой. Ну, давай посмотрим. Что тут вообще? Джин, что ты делаешь посреди ночи в боевой комнате? Не могла заснуть, этот голос в моей голове. Я его не узнаю, но почему-то он мне кажется таким знакомым. Я уже давно понял, что своей интуиции надо доверять. А что этот голос говорит? Я не смогла разобрать, чем сильнее пыталась на нем сконцентрироваться, тем более нечетким он становится. Но мне показалось, что он указывает на наше прошлое. Так вот, зачем ты пришла в боевую комнату? Чтобы вспомнить прошлое, умный ход. Боевая комната, покажи нашу миссию, когда люди X впервые столкнулись с Магнето. Ух, ёк, макарёк. Такую нам дали команду здесь. То есть я думал, мы будем сами выбирать, а нифига. Такой командой надо, да? Я надеюсь, они хотя бы прокачаны, эти бойцы. Там и Архангел, да? И ледяной человек. Хм. Ладно, сейчас глянем. Как вот эта вот загрузка меня раздражает. Ну вот он, я его нашел, люди Икс, в атаку. Вот, наконец-то я понял, кто мои противники. Пятеро взбалмошных янцов. Но даже в пятером им не одолеть меня. Серьезно? Сейчас мы посмотрим. А, он уже провокацию взял. Ты сейчас серьезно? А ну-ка. Даже говорит, в пятером мне долеть. Да на ты. Тогда все было так просто. Мы в пятером против братства. Просто, но одиноко. Я вырос в приюте и даже не подозревал, что встречу столько людей со схожей судьбой. Приют, Скотт, а как в школе вообще стало известно о тебе и обо всех нас? Хм, в смысле? Ну, институт, Церебро. Оно нас сплотило, чтобы спасти мир. Как-то все само сложилось. Такой... Саб-Зиро тоже мне. Ну, блин, у меня, ребят, сейчас проблемы с деньгами. У меня есть элементы на прокачку, все есть, а вот с деньгами огромные проблемы. Мне бы 20 миллионов бы где-нибудь взять, было бы неплохо. А так пока Дэдпулы тут. Фати получает снаряжение Канг-Завоеватель. Ох, 300 кредитов. Ну, давай посмотрим. Я хотел, чтобы люди Икс занимались только тем, что связано с мутантами. Мир слишком маленький для этого, Скотт. Я тогда не понимал, насколько мощными могут быть силы мутантов. И настолько быстро они иногда становятся угрозой для всего мира. Так, тут опять, ребята, все идет по умолчанию. То есть мы здесь никак не влияем. Нам дают персонажей. Если мы так с тобой пойдем дальше, если так будет все на изи идти, мы все награды эти соберем сегодня. Так, у нас там на паучиху, да? 50 карточек. И, по-моему, если не ошибаюсь, паучиха у меня будет прокачана полностью.
Узрите меня и поклонитесь, ничтожные создания. Слабые склонятся перед своим новым повелителем. Энца Бахнур, апокалипсис. Ну это ты, парень, ты... Успокойся вначале. Ой. Фиге ты, буровая установка. Так, я, наверное, вот так сделаю, ребят, хилочку. Так, запрет на отхил, да, получил? А ну-ка. Слушай, они что тут мощные какие-то. Тут его надо увольнуть. Для начала доктора этого. Ух. Готов. Так, теперь этого хмыря. Что-то какой-то архангел. Нифига он вырубил. Так, воскрешаем к жизни. Но он не воскрешает? Я думал, что он воскресит этого. Смотри, что творит, а? Ну? Зануда какой, а? Этот апокалипсис готов. Апокалипсиса удалось запереть. Все благодаря нашим мистическим силам и глубоким познаниям в области мутаций. Надеюсь, мы избавились от него навсегда. Спасибо вам, Люди Икс. Вот, видел, доктор Стрэндж сказал про наши глубокие познания. Но о ком именно он говорил? Может, о Хэнке? Да вообще, часто сложно понять вычурные речи Стрэнджа. Я помню, как Бобби радовался всякий раз, когда удавалось завести новых друзей. Даже если эта дружба была очень короткой. Угу. Победушка на 3 звезды. Хотя одного у нас и подбили. Ну что же, я считаю, что неплохо, ребята. Ну, деньги, кредиты у меня в данный момент есть на повышение опыта. А вот денег нету, к сожалению. Так, Капитан Америка, да? Тоже у нас, ребята, он прокачан по полной программе. Подожди, мне показалось, или какой-то Капитан Америка еще с тех старых времен? Не современный, а тот. Еще который на Дэнди был такой, с ушками. Такой Дэдпул тут сосисоны делает. Да брось, Кэп. Просто подпиши бумаги и забудь. Зарегистрируемся и все. Давай, нам еще злодеев валить надо. Зарегистрироваться, а потом что? Что дальше будет с этими данными и с этими героями? Мутанты не просто так регистрируются, а потому что мы такие. Наши силы не твой костюм. Их в конце дня не снять. Так я не буду слушать лекции о морали от чувака в солнцезащитных очках. Вы под арестом. Смотри, ребят, какой костюм еще самый тут древний. Поехали, начнем. Давай, Кэп. Че-то как-то... Заморозка не особо сработала, да, я смотрю? Усилимся. Нормально. Во время гражданской войны казалось, что конец... Что это конец всего.
Понять не могу, как Тони и Стив смогли оставить все позади. Ну, это потому что любимый... что ты держишь обиды до последнего. Логан подтвердит. Ну, что тут скажешь? У меня хорошая память. И хорошие моральные принципы. А этому нас учили здесь, в этой самой школе. Видишь, какой костюм, ребят? А вот так вот он на самом деле выглядит. Ну что же. То есть 50 карточек мы распетрушим, да? Получим с тобой очки, значки эти. И, может, поменяем, может, там что путевой нам выпадет. Так, дальше у нас идет этот несчастливчик Гамбит. Мутанты, мои братья и сестры, я обращаюсь к вам не как враг, а как ваш новый лидер. Ты вправду думал, что просто так станешь тут за главного? Ты сильно ударился головой, теперь ясно, зачем тебе шлем. А вот так вот выглядел Росомаха изначально. Стоп, это воспоминание. Это же когда Магнета стал новым директором школы. Я кое-что интересное вспомнила. Поэтому и хотела снова посмотреть этот эпизод из прошлого. Я за любую движуху, если при этом Росомахи зад надирают. Надо было попкорн захватить. А, это видишь, это как бы старые воспоминания. Ох, нифига, тут мне дали команду. Ночной змей здесь у нас. А Росомаха еще в таком древнем костюме. Ну что же. Такие события мне нравятся, когда проходят в игре. Легкие. И получаешь по 50 карточек разных персонажей. Шикарно просто. Эй, Магнета, в гости решил заглянуть? Сейчас мы тебя поприветствуем в стиле Людей Икс. В гости? Да нет, я вас обучать пришел. И первый урок преподам прямо сейчас. Слепоту, гад, на... Ага. Блин, а змей... По-моему, без слепоты стоит, да? А ну-ка. Блин, да. Еще раз заморозку. Так, ну теперь мы его ослепили. Ослепили, замедлили. А этот берет провокацию. Мы тоже тогда... Так, вот эту, кстати, тоже надо стерву валить. Так, мы замедлили их, получается. Иди ты, тупоголовый. Готов. Минус Магнета, да? Отлично. Все. Молодцы, дети. В прошлом между нами были свои конфликты, но в этой новой роли я смогу помогать всем мутантам. Точно, он же стал новым директором школы. Выходит, что до Магнета у нас не было директора, что ли? Странно, да? Я об этом как-то не подумал. Просто всегда так и было, и все. Хм. Но из старой школы я только вот Росомаху помню и... Как ее там звали-то? Которая Штормом... А, Шторм. Ее же так и звали, Шторм. Леди Шторм. Но это из старой школы, да? Тут не поспоришь? А Ночной Змей? А Ночной Змей, по-моему, тоже, ребят, со старой школы. Так, ну что, это у нас Эмма Фрост, ребята. Сколько там у нее? 58 карточек, 50 дадут. Нам останется 30. Даже не 30, а 22. И она прокачается. Самое крутое, что вот это, ребята. Тони Старк. Это будет сотка у меня, да? 450 кредитов. Слушай, ну действительно тут нормальные награды. Знаешь, а ведь Логан частенько был прав. Даже не хочу вспоминать об этом. Скотт, родной. Мы для этого сюда и пришли, чтобы вспомнить.
Ладно, тогда давай только быстро. Покажи, когда Логан был прав, а я... А я жестоко ошибался. Когда Мстители сражались против людей Икс и мне надрали зад. А ведь ему действительно надрали зад. Я даже помню, то ли его убили, да? Или он ушел. Он же там накосипорил, когда очки-то снял. То ли автобус он сжег, я вот не помню, что-то он там, косяк за ним какой-то был. И я действительно не помню, что случилось с ним. С Циклопом. Слим, ты перегибаешь палку. Не знаю, что ты там себе надумал и чего пытаешься добиться. Но это всем, но на это всем нам слишком дорого обойдется. Чего пытаюсь добиться? Я пытаюсь спасти всех мутантов, Росомаха. И я использую силу Феникса, чтобы обеспечить нашим товарищам победу. Ах ты, святоша тоже мне. Ты так никогда не разговаривала, это скорее слова Магнета. А у меня с Магнета разговор короткий. Ха. Так, Немор тут выпендривается. Блин, ну и команда у них тут. Слушай, сильная, сильная команда. Давай, наверное, так сделаем. Поехали. Ну смотри, у них и щиты здесь. Ослабим. Офигеть, ослабление не прокатило. Да я не могу его пробить, что за фигня? Эмма, ты заколебала. Ну-ка. Он даже это выдержал. Вот стерва вот эта вот, ненавижу ее. Да, этот теперь провокацию еще взял. Так, циклоп, тебе осталось... Все, нет тут больше циклопа. Теперь попробуем Эмочку завалить. Да ты достал, а? Блин, взял провокацию. Ну, добьем. Отлично. Ух, боюсь, потеряем мы эту радость, нашу ведьму. Ну, минус Фрост, отлично. Так, теперь Немор. Так, я что-то не помню, что... Ага. Усилимся. На. Так, у него щиты, но щиты мы сбили уже. Зараза, ты посмотри на нее. Так, ведьма, держись, ты нам нужна. Добьем, добьем мы ее. Все. И я всегда стараюсь все продумывать на 5 шагов вперед. С этими силами и с такой ответственностью, иначе никак. Но для того, кто носит имя глазастого монстра... Тогда я был совсем слеп, и я в долгу перед Росомаха, ведь он заставил меня отказаться от моих планов. От каких планов? Даже не знаю. Чем ты тогда занимался, Скотт? Почему мы ничего не помним этого?
Ну-ну. Нормально. 50 карточек на Эмму Фрост. Прикольно. Что могу сказать? Сейчас будет разыгрываться 50 карточек на Тони Старка, да? И 450 кредитов. Кто-то что-то пропало. Может, поэтому и кажется знакомым этот голос. Весь мир живет с ощущениями, что пропало что-то важное. Мне кажется, что все не так масштабно. Что это касается куда меньшего числа людей. Попробуем посмотреть еще. Может, что-нибудь новое выясним. Боевая комната, покажи наш бой после... Щелк. А, щелчок. А почему нас... А, вот, прогрузилось. Я думал, почему нас четверо? Не фул команда нифига была бы. Щелк. Танос, да, со своим супер щелчком. Поэтому, наверное, они нифига и не помнят. Сейчас посмотрим. А, насколько понимаю, мы будем против Таноса драться, да? Скорее всего. Герои Земли, посмотрите на себя. Все побитые и окровавленные. Вы потеряли половину всего. Я мог бы оставить вас в этом равновесии. Но раз вы такие упертые, я избавлюсь и от второй половины. Танос, ты слишком много болтаешь. Уж я-то в этом знаю толк. Мстители, хватайте перчатку, держите его. Пусть все отойдут подальше. Так, ну здесь, если честно, надо валить вот этого в первую очередь, ребята. Но этот провокацию... И они оба с провокациями. Ладно, фиг с ним. Так, Адам получает... Вот, давай, родной. Корус Глейв тут еще, блин, его тоже, в принципе, как бы надо бы. Понимаешь, у Коруса Глейва есть одна фигня. Если он сейчас уйдет в инвиз, он будет там херачить, будь здоров. А он уже ушел в инвиз. Да, ему не помогло это. Слушай, нифига себе у чувака. Я не знал, что у него такие крутые удары. Мне бы массовую. Давай. Так, здесь он выжил. Этот в оглушении стоял пока. Добьем. Поехали. Таноса тоже надо вырубать. Шикарно. Ну что? Goodbye, наверное. А, у него две защиты от смерти. Пока. Тони вернул все и всех. Экстрасенсы и герои годами все восстанавливали в былое русло. Вряд ли это как-то связано со щелчком. Но Танос сказал что-то про равновесие. А если твои чувства как-то связаны с нарушенным равновесием? Ну да, Тони Старк, что, ребят, пожертвовал собой, естественно. Он же так и погиб, в принципе. Не дал ему щелкнуть. Он щелкнул сам. И тем самым вернул все на место. То есть вспять. Так, ну что же, а сколько у тебя? Тор. Бесконечности там дофига, да. Чё? Ты издеваешься? Медика этого еще сюда поставили. Тошнотного. Ну ладно, блин, я вообще не знаю, какая роль здесь у этого медика. Хилять только если. А по сюжету?
Ну ладно, давай. Ник Фьюри, сколько разных изменений. Но я всякий раз с огромным удовольствием вырываю оставшийся глаз из твоей головы. Сдать ты Нексус без боя или с боем, в любом случае все закончится быстро. Ты думаешь, что наше первое инопланетное вторжение? Еще одно, и у Сатурна появится новое кольцо. Воины, удара в атаку! Так, медика валить надо в первую очередь, мне кажется. Чтобы он тут... не хилял. Отлично, мы его вырубили. Теперь вот эту вот стерву. Контратаку. Нормально. Так, ну что, теперь этого, наверное. Ракеты. Так, гудбай. Ну что ты там крякал, я так и не понял. Ультибус, что ты там крякал, ты мне скажи. Гудбай. А после вторжения вообще началось что-то непонятное. Ты заточила полубога из Империи Кривых Измерений, созданным с помощью кристалла Амкран. Такое никого без последствий не оставит. Надеюсь, что ты прав, Скотт. А насчет этого голоса моей интуиции, теперь я его едва слышу. Может, это просто все ерунда? А если нет? Мы решим эту задачу. Все мы, люди Икс, единым фронтом. Где-то на другом краю вселенной, в астральном измерении. Джин, найди меня. Приведи мою семью, моих учеников. А, интересно, это кто такой был? Кто там привезти попросил с другого измерения? Это останется загадкой, видимо. Ну что, я считаю, ребят, неплохое было событие. Очень неплохое. Можно даже фармить. Так, у нас еще вот это вот. Получайте освежающие награды в апреле. Ну это просто, да, написание было. А вон, друзья мои, скоро будет новый персонаж. Незавершенные дела. А, я же еще, кстати, друзья мои, забыл сказать, что я открыл себе патриота. У меня не получилось это на видео сделать. Но я его приобрел. Так, где же ты, где? Вот он, ребята. После развала щита Норман Осборн создал себе бронекостюм на основе технологии Железного Человека. В этой новой лечении он ослабляет врагов, замедляя их и делая уязвимыми для атак своих союзников. Этот Осборн задолбал, то он этот гоблин, то теперь он патриот, блин. Так, смотри, что у нас тут есть. Мисти Найт. Прокачивается, да? Но не на фулку пока. Только она, что ли, прокачает? Я думал, что паучиха у нас тоже, ребят, получит уровень. Темный ястреб надо, кстати. А, у меня энергии маловато.
и не выполнишь ша. Так, ладно, давай собирать награды. Тут ничего путевого. Тут, само собой, тоже, ребят, ничего хорошего не будет. Такие липовые награды. Испытания. Тут на автопобеде все мы сделаем. Так, и здесь. Все, забрали. Подожди, я здесь что-то не забрал где-то с одного этапа. А какой этап-то? Ага, спасение мира. По крупицам с тобой забираем деньги. 24 тысячи. Там не нужно. Но много надо денег. Че это такое-то? В плане в магазине. Так, 2000, да? Ну что, давай попробуем 18 осколков получить. Ну, так себе. Че они? Ну вот 701. Сфера зеленого снаряжения. Так это только зеленый, так там для техно. Синие, так. Синее снаряжение мутанты. А, ну тут синее снаряжение, да? Ну, я не знаю, давайте техники, наверное. По десятке я так не задолбаюсь выбивать-то, блин. Тратить эти 1,5 миллиона, блин. Био. Ну, синий, это даже, ребята, это не фиолетовый, это синий снаряжение, это начальная снаряга. Ну, начально идет зеленая, потом синяя, так что... Тут ничего, тут ничего. Так, это есть у нас. Это есть, эти звезды у нас есть. Давай открывай эту сферу, доктор Стрэндж. Так. Мини-снаряжение. И осколки. Высота. Так, ну теперь, наверное, заберем с тобой обычные ежедневные цели, вот эти вот. Так, открыть, купить припасы. Пойдем купим припасы. Я самый дешевый, ребят, теперь беру.
Пошлите, прошлите. Ну, здравствуйте. Так, давай это возьмем. Это. Ну и вот это, например. Так, взяли. Так, поучаствовать в рейдах, сделать вклад. Ну, в рейды надо идти. Так, на почте что у нас тут? Доступны радиоактивные осадки. События этапов. Участвуйте в рейдах на летах, тратьте энергию компании. Так, понятно. Так, ну про циклопа мы уже разобрались. А тут что? Рейд гамма начался. Проходи миссии рейда удара гамма, выиграй осколки избранных злодеев типа Биу и Мистик. Ага, осталось 6 дней. Рейды Альянса. Так у меня, по-моему... Ну да, у меня только один. Последняя попытка наказать, но опять же через симуляцию. Понятное дело, что победим. Куда он денется от нас? Так, теперь давай-ка мы посмотрим. Чего хотел посмотреть-то? Награды я вспомнил, ребят. Так. Заходим в припасы и смотрим. Кого нам тут приобрести надо? Ну, я на серфе. Я не знаю, почему, ребят, серфер мне вперся. Ну, вот почему-то на него трачу сейчас. А здесь не дали. Здесь не хватает очков. Попаду с какой-то. Так, давай тогда синий возьмем. И за эти. Так, и сфера. Блин, ну я говорю, денег мало, ребят. Было бы вот побольше бы. Хотя бы 25 миллионов. Не бы хотел бы пару персонажей прокачать. И все, а так... А так нифига. Просто я хочу получить... Хотел получить себе этого. Ну, у нас же на событиях... Начнется через один день, 22 часа. Ага, ну эти события уже закончились, друзья мои, которые были. Угу. Сколько у тебя... А, 50 нужно еще, друзья мои. Еще 50, она будет фулл прокачкой. Завербуй лидера. Опа-на. А что для этого нужно? Нифига. Что алое? Алое снаряжение. Участвуйте в апрельских событиях. Так, на протяжении всего апреля, чтобы заработать очки этапов. Собирай гамма-лучи и зарабатывай очки. Так, события. Ага, вот, вот здесь вот копится, да? И получается, что вот он. Пошел.
5, потом по 10, по 10. В общем, я, как всегда, ребят, здесь ничего не успею сделать. А здесь у нас сразиться в рейдах, используя коллективный разум. Сразитесь рыцаря пустоты с 6 звездами. Гвином с 6 звездами. А, с желтыми звездами. Гвином. Красного гоблина. Сразиться в одной битве рейда. Потратить одну единицу компании. Сразиться, используя красного гоблина. Но красного гоблина я не открыл. У меня нету красного гоблина. Что, получается, что я не смогу, блин, пройти это событие без вашего гоблина красного. Красный гоблин, ребята, я вам говорил, что я хотел его получить. Он же у нас где? Вот здесь вот. Вот он. Это красный гоблин. А, нет, подожди, это зеленый гоблин. А, красный гоблин. Это же коллективный разум, он идет. К ним же относится, да? Красный гоблин. Это вот из последних, что мы с тобой приобретали. То есть гвином, красный гоблин нам нужен. Короче, проще набрать симбионы. Мистики, блин. Слушай, ну он же, по-моему, где-то был в начале, я же помню. Биврёст, бластеры, братство, буяны, вакансии вечные. Где-то же здесь были. А вот, коллективный разум. Ну вот он, ребята, и красный гоблин. С 6 желтыми звездами. Что-то они, конечно, тут намудрили. И это я должен им играть на... в рейдах? Тридцать шестой уровень надо поднять. Алый душегуб. Я говорю, денег не хватает. Было бы денег побольше бы, можно было бы и прокачаться нормально ей. Что такое 9 тысяч, блин, это вообще ни о чем. И гвином, вот как ты видишь, 39 уровня. Вот их нужно обоих. Как я понял, их нужно обоих, ребята, в события втюхивать. Вон, видишь, тут сразитесь в рейде, используйте персонажа с коллективным разумом. Рыцарь пустоты. Ну, рыцарь пустоты нету. Гвином с 6 желтыми звездами. А, ребята, не прокатит нифига. 7 желтых звезд, 6. Совсем брякнулись. Откуда у меня здесь на них звезды, тем более 6 или 7, как они там просят? А здесь, по-моему, я уже готов, я не смогу дальше продвигаться. Ну да, тут двоих подбили. Ну ничего страшного. В следующий раз... в рейде в этом поучаствуем. Бирюзовое снаряжение. Так, на войне альянсов пока... Вот здесь вот почему, ребята, скоро вот, вот зависло, как еще с 30 числа, и все.
и больше не появляется. Я не знаю, с чем это связано. У вас то же самое или это только у меня такая фигня, ребят? Напишите мне в комментариях, ну, если кто, конечно, играет в Strike Force. Ну, наверное, все, ребята, можно закругляться. Вот. Хотел, ребят, тут гоблина себе. Ни шиша не вышло, ребят. Просто нифига. Разворотили мою команду здесь. А эти у нас еще не прокачаны, ни шиша. Также и касается и кошки, и новых. Ничего у меня не вышло. Здесь то же самое. Это просто трэш, ребят. Я начинаю с ними драться, а они меня разносят. Мне кажется, тут надо будет, скорее всего, вместо вот этой взять, например, прокачать. Ну, даже пускай Карнейдж, а вместо Люка можно взять было бы Венома. И то было бы больше толку, чем он здесь. Он вообще тут ничего не делает. И здесь, друзья мои, очень много провокаторов в этой битве. И очень много хила. То есть я бью там персонажа фиг знает сколько времени. У него там остается немножко хп. Они опана и захиливаются полностью под фулку. То есть, а меня разбирают здесь. Поэтому как бы не варик. Блин, еще и задания такие с 6 звездами, да? Гвенпул с 6 звездами. Красного гоблина. Ну вот, смотри. Как тут с ним драться? Я без понятия, если честно. Я уже и того персонажа выбирал, другого. И... Нормально, да? Смерть пул тут выпендривается. Сейчас гоблину крышка, по-моему, будет. А, смотри, оба-на, и захилял всю команду. Плюс еще там малая ведьма, ребят, тоже хил. Не, у меня здесь шансов нет вообще, ребят. Этот еще тут хиляет, блин. Савич, уже одного нету у нас. Я не знаю, кого тут бомбить. Да хоть ты тут их всех бей. Все равно отхиливаются. Успевают отхиляться. Этот потом любитель в провокацию вставать, блин, псих ты этот. Я думал хотя бы в забой убирать одного противника. Такой не прокатывает, ребят, здесь. Просто не получается. А, видишь, это теперь еще Мантис тут хиляет. В общем, раз, два, три. Как минимум, ребята, 3 хила у них здесь. Плюс Грут. Тоже там усиление делает, блин. Невозможно. Плюс не могу на них негатив, ребят, повесить. У них защиту вешает этот, по-моему, Адам Уорлок. Вот эту вот защиту делает. Все. Задебафить не могу. Щиты у них есть. Ну, короче, полный бардак.
Так что я здесь нифига не продвинулся. Вообще, ребят, вот как 27 чуваков первую волну одолел, на второй все каким-то тормозом стал. Не могу продвинуться. Так, ну что, друзья мои, давайте тогда, наверное, на сегодня закончим, потому что в любом случае нам здесь делать сейчас уже нечего. То есть никакого продвижения ни в чем не будет. Я думаю, что я за кадром подерусь. Может быть, что-нибудь новенькое откроется. И уровень, ребята, скоро будет. У меня 91-й. Тут остается всего лишь тыщенку набить. И все. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.